Добрый день, друзья! На AliExpress идет распродажа Xiaomi в честь открытия фирменного магазина. Я решил себе прикупить Wi-Fi роутер MyWi-Fi 3. Тем более, что доставка из России и цена очень хорошая. А с учетом двойного кэшбэка вообще получается сущие копейки. Также он идет с европейской вилкой и с английской прошивкой. На этой страничке можно купить, кроме роутера, еще некоторые телефоны Xiaomi, тоже со скидкой. Осталось всего 3 дня, и я думаю, что можно что-нибудь себе подобрать. Так как товар недорогой, я решил испробовать двойной кэшбэк с помощью нескольких кэшбэк-сервисов. Ну, выбрал для этого Alibonus, купил там сертификат на $10. Потом зашел в Letyshops и там купил сертификат на $10. Ну и второй кэшбэк я получил с помощью третьего кэшбэк-сервиса APN. У него есть мобильное приложение, открываем его, нажимаем на кнопочку AliExpress, открывается мобильное приложение AliExpress автоматически. В нем уже мы заходим, находим свой нужный товар, покупаем его. Почему я купил именно через мобильное приложение? Так как у меня были купоны AliExpress, которые можно обменять только в мобильном приложении. Как обменять, я ссылочку выложу. Вот, покупаем. Как видите, я купил, потратил $20 сертификатами, $3.97 я оплатил обычно карточкой, и скидка AliExpress — это как раз вот купон AliExpress, который я обменял на мобильные бонусы. Вот. С учетом двойного кэшбэка он мне обошелся $22. И то я не применял всевозможные промокоды и акции на кэшбэк сервисов. Ребят, покупайте, всего 3 дня осталось до конца этой акции. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всего доброго.